Здесь ищут скрытый смысл рок-н-ролла, убежище тюменского андеграунда «Рокета». Именно так, через О. Официально ночной клуб, но в отличие от однообразных тюменских сцен, это место ни с чем не спутать. Сегодня здесь готовится к очередному концерту. Так настраивается каждый из 8 микрофонов установки. Долго и утомительно. За барабанами Евгений Пальянов, директор клуба и музыкант. За те несколько лет, что он занимается организацией концертов, через его руки прошли более 300 российских и зарубежных групп. Сегодня его можно смело назвать самым активным эвент-менеджером в Тюмени. Стать им помогли сначала случайность, а потом упорность. Мы топили битум, чтобы залить крышу в гараже, потому что у нас топила, бежала вода. И значит, за гаражами был очень такой замечательный пустырь, который нам приглянулся. В общем, до него легко добраться, потому что это как бы, ну, в черте города. И в то же время он как бы, можно сказать, оторван, отрезан от простых прохожих, которые могли бы туда случайным образом как бы нагрянуть. В общем, и почему-то решили сделать такой true underground. Я, в общем, месяц, наверное, собирал покрышки по всему восточному микрорайону, чтобы там выложить образ сцены. Между небом и землей, между миром и войной, между любовью и ненавистью. Это и был первый концерт, который организовал Пальянов. Тогда в квесте «Найди музыку за гаражами» поучаствовали сотни человек. И, судя по числу зрителей, это им понравилось. Через год собрались снова. Можно было вложиться там в рекламу и так далее, но нам рекламы хватало в интернете. Сделали мы афиши, чтобы сильно стрёмно не было, там черно-белые. Ну и расклеили так немного по городу. И все, это, наверное, все затраты. И мы как бы старались в тот момент сделать вход платный, чтобы собрать какие-то средства уже на дальнейшую, так сказать, ну, на дальнейшее движение, как бы. В общем, если посмотреть эти фотографии как старые, то там очень жуть, там такой аппарат был, что прям жесть. Мы там вытащили ударную установку за 4000 рублей, которую мне там вообще просто подарили. Чтобы заработать денег на нормальную аппаратуру, тогда приходилось браться за все. Очень сильно помогло образование столяра. Пальянов хоть и не окончил колледж, но на работу устроился. Работал на фабрике. Это вот, знаешь, вечером концерты. А днем там на мебельной фабрике там, короче, делали там корпусную мебель, столы, там шкафы, купе, там кровати и так далее. После этого встал вопрос о помещении. Бегать из зала в зал было трудно. Денег на открытие клуба тоже не было. Пальянов решил обойтись своими силами. В успех мало кто верил, но, как оказалось, зря. Почти все, что сегодня есть в «Рокете», Пальянов делал сам. То есть в буквальном смысле, своими руками. Он вообще все на своем горбу вытаскивает. Я, ну, то есть это не просто человек, который там сделайте это, сделайте то. Они, я не знаю с кем, но Пальянов вот непосредственно вот этот, вот здесь была крыша, это было два этажа. Они это все разбили, весь бетон, они сварили эту лестницу, они все построили, вот это все, стол, диваны сами клепали. То есть он все делает своими руками, и он постоянно вот, то есть он не богатеет, а он вкладывает в это все. Здесь прошли уже десятки концертов. Если сначала это были в основном местные команды, то теперь сюда привозят группы со всего света. Пальянов работает по принципу «каждый вечер должен быть лучше предыдущего». Не только по количеству зрителей, но и по качеству звука. Я стараюсь, как бы, знаешь, вот развиваться. То есть, если какие-то деньги там появились, пришли, то обязательно там что-то, знаешь, там какая-то появится колонка там или еще что-то. Директор клуба проводит на работе почти все свое время. В этих стенах он за все отвечает сам. От звука до чистоты пола в зале. Дмитрий Сучак понял это на себе. Их же не часто путают, так что одному иногда приходится отдуваться за другого. Например, рассказывать афишу на ближайшую неделю. Пальянов и рекламой сам занимается. Я бы сказал, вечная батарейка такая. Я не знаю, откуда он силы черпает свои, но я на него так иногда смотрю и думаю, когда же он отдыхает, когда он спит.
Он постоянно вот в этой каше вот варится и постоянно что-то новое преподносит, новые команды привозит. Уважаемые пассажиры, производится посадка на скорый поезд 132. Сегодня встречают команду «Неврастения». Невероятные приключения итальянцев в России длятся уже не первую неделю. Музыканты из Европы путешествуют одни, на поезде. При этом по-русски знают только «привет», «спасибо» и несколько слов матом. С этим набором проехали полстраны. Митров, Нижний Новгород, Киров. And help me, guys. Киров. Киров, and after that we were Екатеринбург. What do you think about Russia? It's fucking awesome. Yeah, it's really amazing. Пока Полянов с музыкантами едет в клуб, там завершаются последние приготовления. Группа выйдет на сцену без саундчека. Это верх доверия организаторам. Last time was really great. Great, baby. Yeah. Sound was really good. Yeah. And now we see this venue also what was gonna happen. За неделю Полянов может организовать несколько концертов. Бывает, что и подряд. Тогда все нужно делать максимально быстро. Сегодня финальная отстройка звука пройдет прямо во время первой песни. Все тусовки, которые вот, ну, в ракете, они берут стабильностью. И это как бы заряжает, потому что ты все время в обороте. Ты просто не расслабляешься. Я вот отработал на французах и не могу дождаться, вот не в растении, вот приехал, вот и не могу дождаться, чтобы уже сесть там и покрутить. Мощности звука в небольшом клубе телевизионная камера не выдерживает. Зато у поклонников трэш-метала сегодня праздник. Полянов, пожалуй, единственный организатор подобных концертов в Тюмени. Я как бы стараюсь всякую разную музыку слушать. И метал, и панк, и там что-то как бы там попсовое. Много людей на такие культурные мероприятия не собирается. 30-40 зрителей уже хорошо. Но для любителей стиля это настоящая отдушина. За эти концерты Полянова часто благодарят лично. Довольно редко. В основном проходит какие-нибудь либо метал-корщина, либо какая-нибудь попса. Вот когда хорошие концерты, когда приезжают ребята из других городов, из других стран, это очень редко. Но все потому, что у нас очень мало народу ходит на такие концерты. Полянов всегда старается разнообразить список приглашенных. И даже если такие праздники трэша не часто окупаются, проводятся они регулярно. Многие музыканты уже стали друзьями. Когда у музыкантов есть время, мы всегда общаемся. А есть такое, что вот, допустим, на данный момент, вот сейчас группа, да, они как бы останутся с нами, будут тусить там до 4 часов, потому что поезд, в 4 часа они поедут в Челябинск. Сегодня Полянову пришлось ночевать в клубе. В последнее время такое случается нередко. Иногда поздно задерживаюсь, и нет смысла уезжать домой. Либо какие-то, ну, конфликты семейные там. На этот раз все было спланировано. Сначала ждали, пока разъедутся гости. Оставшуюся часть ночи посвятили ремонту. Красили стены и потолок. Когда открывали клуб, здесь было много недоделок. Вечная стройка, которая никогда не заканчивается, постоянно... что-то красится, что-то доделывается, какие-то недоделки, потому что их было много. Вот сейчас мы притаранили 5 бочек и будем пытаться сделать из них кресло. Я не знаю, получится, нет. Если получится, то они обязательно здесь будут стоять потом. Пока Полянов пьет чай, в клуб приходят первые музыканты. Начинается репетиция. Сегодня это группа «Контакт».
Команда, вокалист, который и есть сам директор клуба. Только теперь группу узнают все реже. Они почти не выступают. У всех какие-то дела, проблемы. И, в общем, бывает, что двум человекам сложно, двум людям собраться как-то в одно время, в одном месте, а нас четверо, и, в общем, это сложнее еще намного. Вот, тем более уже все как бы стали взрослые. Пальянов не обижается. У каждого своя жизнь. Пока одни продвигаются по карьерной лестнице, другие продвигают рок. В Европе перестали люди вообще ходить. Как мне говорят вот гости, которые к нам приезжают, они поэтому сюда все и едут. Наверное, потому что здесь люди ходят, они такие голодные, там орут, кричат, там козу показывают. А это и есть то, ради чего музыканты выходят на сцену. То, ради чего живет этот небольшой клуб. И то, ради чего живет Евгений Пальянов. Человек, который просто занимается любимым делом. Эта музыка не для всех. Понимаешь, это не формат. Оттого и нету таких аншлагов, например. Вот, но всегда, блин, круто. Я вот, не знаю, приходить и присутствовать на концерте, слушать именно лайв, когда вот перед тобой стоят музыканты, играют там, выпиливают из гитар, там, выбивают из барабанов. Чувствовать это еще, как бы, помимо того, что ушами, нутром, ощущать давление, там, почки, когда она колотит грудь.